Здравствуйте, друзья. Обнаружены гигантские скопления турбулентного газа в удаленных галактиках. Европейская Южная обсерватория, ЕСО, сообщает о том, что исследователям удалось обнаружить турбулентные скопления холодного газа вокруг далеких галактик со вспышками звездообразования. Наблюдения осуществлялись с использованием системы радиотелескопов миллиметрового и субмиллиметрового диапазона Альма, а точнее Ларгий-миллиметр, субмиллиметр Арай. В ходе работы ученые впервые обнаружили молекулы CH+, что открывает новое направление изучения критической эпохи звездообразования во Вселенной. CH+ является особенной молекулой. Для ее образования требуется много энергии, кроме того, она очень химически активна, а значит, должна быть короткоживущей и не способной переноситься на большие расстояния. Поэтому присутствие CH+ позволяет проследить траектории энергетических потоков внутри галактик и в их окрестностях, заявляют исследователи. Данные наблюдения говорят о том, что энергия переносится гигантскими, размером со всю галактику, ветрами и затем превращается в турбулентные движения, происходящие внутри прежде не наблюдавшихся резервуаров холодного газа вокруг галактик. Наблюдаемое излучение CH+ указывает на присутствие плотных ударных волн, порождаемых горячими и быстро движущимися галактическими ветрами, которые в свою очередь образуются в областях звездообразования внутри галактик. Эти ветры в процессе своего движения сквозь всю галактику выталкивают из нее вещество, но вследствие их собственных турбулентных движений часть этого материала вновь захватывается гравитационным притяжением галактики и образует гигантские турбулентные хранилища холодного разряженного газа, сообщает ЕСО. Ожидается, что результаты исследования помогут лучше понять процессы эволюции галактик. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравилась эта новость, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии под видео.